Всем привет, дорогие друзья! На наших полках очередное обновление. Мы завезли классные бомбовые распылители от компании Moralex. Мы завезли такие распылители трех типов. Это щелочной, кислотный, а также есть отдельно распылитель пеногенератор. О нем мы поговорим в следующем видео, как раз в лоб сравним с пеногенератором от компании Quasar. Очень интересное сравнение. Кратко пробежимся по комплектации. В комплекте с каждым таким распылителем, помимо основной распыляющей форсунки, есть дополнительная. Скрывается она под защитной крышкой. В щелочном распылителе у нас находится специальная жидкость, которой мы прямо сейчас покроем наш рабочий автомобиль. Здесь установлена уже дополнительная форсуночка для того, чтобы распылять на широкую градацию, как у Сабрины. Я буду работать и расскажу, насколько удобно и эргономично пользоваться этим распылителем. Ну, во-первых, хват. Ручка невероятно удобная. Честно скажу, удобнее, чем у Квазара. Накачаем давление. Сверху также находится кнопочка сброса давления, специальный клапан. Очень удобно сделано все. Напомню, сверху под защитным колпачком находится дополнительная форсунка. Мы установили форсунку, которая распыляет под углом в 15 градусов. Начинаем работать. Очень-очень приятно, очень легко работать за счет того, что здесь объем баллона составляет 1,5 литра, то есть это примерно 1,5 килограмма, но также за счет удобной эргономической ручки, когда вы делаете плавные движения вверх-вниз, все это нивелирует, и наносить специальный состав на наш рабочий автомобиль действительно удобно. В комплекте помимо дополнительной форсунки имеется внутри спрятана инструкция, в том числе на русском языке, а также несколько стикеров для того, чтобы, если у вас несколько таких распылителей, вы могли специальным стикером пометить, где какой раствор используется. На этом все. Подписывайтесь на наши все социальные сети. Если у вас был опыт использования подобных распылителей от компании Moralex, пожалуйста, дайте нам обратную связь. Мы будем очень рады. Увидимся. Пока.